Всем привет, мои зачатки, мои подписчики. Сегодня у нас день, утро вернее, начинается с перебирания фотографий. Есть папа, да? Да, таких даже две штуки почему-то распечатали, странно. Сейчас я их хочу сначала пересчитать, их должно быть 130 штук. Положились такие вот штучки, да, тут вот написано то, что это наши, и сколько они стоят, да? Не стоят. Димочка у нас в трусиках, у нас очень-очень жарко, и сейчас мы будем их смотреть. Вот такая чистилка, я уже все помыла, кожуру мы эту всегда счищаем, она потому что жестковатая. Вот это, кстати, уже наши огурчики, и в прошлые годы я, кстати, эту кожуру всегда клала, когда овощи тушила. Морковку, кстати, вот так же еще можно сделать, можно, кстати, потушить, наверное. На неделю, наверное, даже выбрасывать не буду. Она там огурчиковая кожурка, кстати, очень вкусно с этими, с другими овощами. Только там нужно будет картофель докупить. Что-то там гоняют у нас, прям ездят большие машины. Вот, сейчас я быстренько приготовлю салатик, и мы с Димочкой уже пойдем кушать. Вот, что-то у меня начал компьютер плохо работать. Что-то у меня подвисать начинает. Нужно будет время найти, полезть, наверное, внутрь, посмотреть, что там. Наверное, там, скорее всего, нужно почистить что-то. Что-то почистить надо. Так, Диме я положу поменьше огурчик. Не знаю, будет ли он вообще его есть сегодня. Ему просто кусочками. Салатик он не больно любит есть. Там, кстати, вон видите, перец лежит большущий. Смотрите, какой огромный перец. Это мы были, когда у Димочки день рождения был. Мы были на дне рождения. Мы его забрали оттуда вам. Вернее, нам его отдали. Но там в парнике они растут, поэтому он такой гигантский. Им там тепло, хорошо, там прям... Это вот еще с остреньким кончиком, а там другие были обыкновенные. Ну, как обычный болгарский перчик. Вот, я надеюсь, что он не острый. Так, себе тоненький сделаю. Сделаю, наверное, себе салат с майонезом. Не знаю, у меня прям в последнее время очень-очень люблю салаты что-то с майонезом. Именно потом от помидорки сок... И от майонеза, то есть они вместе. И вот мне нравится хлебом макать. Прям вот я не могу. Мне так нравится, не могу наесться. В прошлом году мне баклажаны были нужны. Я прям вообще в прошлом году, наверное, 20 кг их съела. Вот прям невозможно. Иду на рынок, и там 3-4 кг покупаю. Дошло 5 кг баклажанов, 6. И прям каждый день я их прям уминала. Вот прям ела. Вот, видимо, не хватало какого-то витамина, что ли. Наверное, вот требовал организм этот баклажан. Не знаю, я с трудом, с большим трудом, уже по осени, наконец-то, там перестала делать, чтобы уже как-то организм забыл их. Потому что вроде и надоедают они, с одной стороны, и с другой стороны, вот организм требует, и все. И прям очень сложно. Я почти уже перестала их есть. И мы приехали на дачу. Мама приготовила там баклажаны и опять угасила. И меня опять заново понеслось. Нужны. Надо, надо, срочно надо. Вот. Опять же, конечно, ролик, как всегда, выйдет с большим-большим опозданием. Я стараюсь для вас снимать все самое только интересное. Но в итоге это интересное, когда начинаешь монтировать и понимаешь, что больше 10 минут я сделать не могу, иначе вы не будете смотреть. И получается... Так, что я делаю? И получается то, что... Каждый там начинаешь ролик монтировать, папку, допустим, сегодняшнего дня загружаешь в программу монтаж, да, и там у меня выходит в этой папке, находится целый один час и 20 минут. И понимаешь то, что, блин, это надо как-то все удалить, как-то отрезать, как-то это все сделать из него более маленький ролик. Кстати, напишите в комментариях, как вы перчик режете. Потому что я где-то видел, как-то кто-то делает по-другому. Но я уже не вспомню, как. Я еще, знаете, как люблю? Там есть место. Оп.
оттуда все вылетает. Не люблю, честно говоря, возиться вот с этими всякими семенами. Раньше, кстати, я до рождения сына всегда вела очень многие-многие годы, вела здоровый образ жизни. Ничего лишнего не ела, всякие там майонезы, масло, вот это все вообще не ела. Питалась вот как-то я прям по-другому. Все готовилась к рождению ребенка прям много-много лет. Питание у нас было прям такое, никакие не кириешки, чипсы, лимонады, вообще ничего этого не ела. А когда забеременела, уже начала хотеться периодически. А когда родила, прям, не знаю, через какое-то время, когда уже грудным молоком перестала кормить, меня прям конкретно понесло. Мне прям хотелось всякие чипсы, там, кириешки, лимонад, вот эту вот гадость. Я не знаю, сейчас вот 3 года уже прошло. Меня вот хоть чуть-чуть начинает отпускать. Вот уже это не так, не особо хочется чипсы. Ну, лимонады я, в принципе, не особо люблю. Ну, иногда так очень редко, там, раз в год-два, может, хочется. Но майонез вот... Я, конечно, еще немножко ем. Хотя проще, конечно, делать самим майонез. Я раньше, кстати, очень часто готовила. Готовила сама, майонезы сама делала. А мацони там вот. А ну, мацони вот мы с вами тоже делали. Там все сама готовила. Все старалась сама. А сейчас вот прям уже времени особо нету. Я надеюсь, Димочка пойдет в садик уже по осени, может быть. Очередь у нас подходит. И у меня, наверное, освободится немножко. Будет времени побольше. Хочу все-таки обратно перейти на здоровый образ жизни. Мне он больше нравится, чем такой. Ну, чипсы, в принципе, я особо не ем. Я просто так чисто их покупаю для вас, для обзоров, чтобы вы знали, что там находится. А потом уже там в этот же вечер я их съедаю и как бы потом больше не покупаю. Так. Ну все, давайте сейчас посмотрим пирожки наши. Так, пирожочки поближе. Смотрите, какие они светлые такие, красивые такие. Мягенькие. Оно, знаете, тесто получается сметанное, оно получается в какой-то степени как печенька, как песочное, только помягче. То есть оно, видите, не особо ломается. Но при желании его можно сломать. Вот, и, конечно же, вот он, вот этот вот сахар. Вкусно. Который, наверное, я захочу с ним что-то сделать. Я хочу его собрать в какую-нибудь пиалочку и что-то с ним сделать, что-нибудь, я не знаю, или в него макать. Мне любопытно, он застынет или нет, когда остынет. И вот это вот больше всего любопытно на самом деле. Вот, такие у нас получились с вами сегодня пирожочки, ватрушки. Очень, кстати, до сих пор они мягкие тут лежат. Вот этот вот вообще можно гамбургер сделать даже. Уже не такой, кстати, мягкий. Но мне кажется, его если разогреть в микроволновке, он будет помягче. Димин салатик. Мой салатик. Мы сегодня кушаем только салатики. И пироги будем кушать. Короче, у нас сегодня вкуснятина. Комментарии пишите, что вам из всего вот этого больше всего понравилось. То, что мы с вами делали, чтобы мне как-то понять, что же вам нравится. Я знаю, что вам нравится смотреть, как я готовлю. Болтаю с вами. Поэтому напишите, что понравилось, пирожки готовить или эти, или салатик готовить. Может быть, все понравилось, на какую тему вы хотите поговорить в следующий раз, когда я буду готовить. Обязательно напишите, и мы с вами поболтаем. И на сегодня все. Это был с вами канал Art Mania. Всем пока-пока!